Здравствуйте, меня зовут Парамонов Иван. Я хочу показать вам резонансный трансформатор конструкции Тесла, изобретенный сербским ученым Николой Тесла в начале 20 века. Его идея была передавать энергию без проводов. Для этого он решил создать достаточно высокочастотный резонансный трансформатор. Собственно, что у него и получилось. Трансформатор представляет из себя две обмотки – вторичную и первичную. Идея заключается в том, что колебания в первичной обмотке находятся в резонансе со вторичной, в результате чего амплитуда колебаний во вторичной довольно высока, благодаря чему можно видеть воздушные разряды и вызывать свечение газов без проводов. Данная установка ламповая. Колебания в первичном колебательном контуре поддерживаются благодаря 10 радиолампам. Собственно, сейчас они накаливаются, когда они накалятся, с верхнего отвода будет разряд. Собственно, вот разряд. Напряжением порядка 200 тысяч вольт. Данная установка также может показывать, что подобные разряды не вредны для человека. Поднося к руку, не ощущается никаких болевых эффектов, кроме небольшого покалывания. Также, выводя первичный колебательный контур на другую частоту, можно выводить Теслу из резонанса и возвращать ее обратно. Она вызывает свечение газов различных благодаря электромагнитному полю, излучаемому ей. При этом разные газы светятся разными цветами. Неон, криптон, водород,